Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сейчас вы просто будете в шоке, потому что я возобновляю рубрику, которую я забросил буквально один год назад. Это рубрика под названием «Читер Патруль». Прямо в этом видео мы найдем самых жестких читеров и, конечно же, их отправим на Банановые острова. Ну что же, вам всем приятного просмотра, а мы начинаем. Ну а теперь небольшой эксперимент. Представьте то, что с каждым вашим лайком банится один читер, а с каждой вашей подпиской банится целых два читера в матчмейкинге. Поэтому, братан, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся и поехали. На GG следов вышло свежее обновление, добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп, обновили сам сайт и группу ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% к пополнению. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Давайте я вам расскажу, как же все это работает. Вы, ребятки, находите читера и отправляете мне его в ВК. Я этого читера вставляю в это видео и, конечно же, передаю разработчикам, и они его банят. Ну что же, с вами рубрика «В мире животных», и я ведущий Кента ПК. Что же мы тут видим? Мы тут видим, что парень явно киберспортсмен, явно спортсмен. Усейн Болт просто отдыхает, потому что, ребят, посмотрите, насколько же быстро он перемещается. Но, скажем так, пока что это всего лишь цветочки, потому что у этого парня только спидхак. А, он может еще и летать. А, пупеть. А, тут два читера. Тут два читера в отдыхатке. А, пупеть. То есть один читер с ником джентльмен, ну то есть фермер, и второй читер, который может просто ходить сквозь стенки. Ничего себе, ребята! А вот, два читера, первый листочек, второй джентльмен. И вы оба получите бан, поэтому я вас поздравляю. Кстати, ребята, в последнее время я заметил прям очень наглых читеров, потому что эти читеры могут плантить бамбу! Когда раунд еще даже не начался, просто представьте, насколько же неприятно. То есть, как сейчас мы видим, что читер уже заплентил бамбу. Хотя бамбу мы видим перед нами, но она уже запленчена. Просто опупить. И знаете, что мне самое интересное? Как такое возможно, что ребята настреляли целых 5 раундов? Как? Как? Просто посмотрите. И сейчас бамба взорвется. То есть, в чем суть этого чита? Чел плодит бамбу, и потом сразу ее обезвреживает, и в итоге их команда побеждает. Ребята, ясен пень, этот фейковый, а Бовин улетает у нас на Банановые острова. Ну а сейчас, ребятки, вопрос на внимательность. Где же вы тут видите чит? Внимательно посмотрите на данный скриншот и обратите внимание на количество патронов. Ребята, тут есть читер с АВМ Treasure Hunter. Да, это самый дорогой скин в игре, и он у меня есть. Ну, у читера он тоже есть, но у меня он есть честным методом, я его добыл. А читер просто начитерил. Также этого читера, как мы видим, новый ID и ник Boost 30 голды. Ребят, я думаю, и так всем все понятно. Это читер с АВМ Treasure Hunter улетает на Банановые острова. Ну и при том он играет 15-10, не так-то и хорошо. Ну а вот прямо сейчас, ребята, осторожно, потому что вы сейчас найдете очень жесткого читера. Ой, любитель прострелов. Парень по имени Трейдер с ID 970-427-61. Вот я, ребята, когда вижу такой ID, я уже сразу понимаю, кто есть кто. И самое обидное, что никто с команды противника даже не собирался его кикать. Ну а прямо сейчас вы, ребята, не поверите своим глазам. Да чего же читеры просто офигели. Внимательно посмотрите на вот это вот видео. Читер просто взял и разбросал везде ножи бабочки. А пупить, посмотрите. Просто их разбросал, как будто это какие-то USP или какие-то, не знаю, АКРы. Я просто в шоке, по всей карте разбросал кучу-кучу ножей. Ничего себе, ребята, вот это я понимаю. Конечно же, таких читеров надо банить. Посмотрите, что он просто их срет. Обалдеть, сколько же ножей бабочек Legacy, сколько Kunai Radiation. Я в шоке, ребят, посмотрите, флип-найфу, чего тут только нету. Мне тут интересно, а есть ли тут где-то керамбит и голд или нет? Ну, конечно, да, ребят, таких читеров надо сразу банить, притом надолго, навсегда и не жалеть. Вот иди, идеально видно, читер с керамбитом голд. 960-04-457. Братик, пока. Ну а как вам такой читер с ником Нагебаттер? Вот это, ребята, типичный представитель читеров. Он даже не может правильно написать свой ник. Ну что ж, давайте посмотрим, на что же способна эта машина, ребят. На что же способен этот киберспортсмен, ребят. Потому что, вы посмотрите. Раунд только начался, а парень с бессмертием, с бомбой, с спидхаком уже прибежал на базу. Конечно же, мой подписчик пытается убить, но, увы, он всех просто взял и взорвал бомбой. Читер.
ты просто улетаешь навсегда на банановые острова. 9-8-4-7-8-3-3-0. Давайте посмотрим, на что же еще способен этот читер. Но я скажу так, таких читеров надо банить по IP, чтобы он никогда в жизни не смог играть в стендов. Потому что, ребята, это не норма. Ты хочешь нормально зайти поиграть в стендов с своими друзьями, а тут хренак, в каждой второй катке находится такой читер, как вот это. Он кидает бесконечные гранаты, он просто бегает со спидхаком, а то и летает, разбрасывает кучу скинов. И просто-напросто не дает вам нормально играть. А, ну и еще стреляет через стенки. Зашибись. А, это уже второй читер? Обалдеть, это уже второй читер? Я в шоке. То есть в одной катке два читера. Спасибо, хоть третьего нету. О, ребята, это мой любимый вид читера. Вот таких читеров надо банить просто навсегда. Потому что парень взял керамбит голд. Игра еще даже не началась. То есть еще 5 секунд до начала игры. А парень просто взял и всех примочил при помощи чего? При помощи керамбита. Да ты что, моя, ты умничка. Еще не просто керамбит, а керамбит голд. Ник у него Парисик, ID 977-65145. Конечно же, Парисик, мы будем с тобой прощаться, и ты улетаешь на банановые острова. Я думаю, то, что вас реально очень тяжело удивить, но этот читер может удивить каждого, потому что это читер с невидимкой. Да, ребята, я о таких читах даже и не слышал. Мой подписчик бежит, никого не трогает, и тут хренак. Его убивает парень с ID 906-320-81. И, конечно же, этот читер с невидимкой хочет улететь на банановые острова. Вот бежит парень по имени Hyper Warriors. И что же с ним произойдет, ребята? Я хотел бы, чтобы он выжил, но, к сожалению, сейчас их обоих убьет невидимка. Им просто надо ждать своей участи. Давай, Хайпер, брат, ну сейчас, к сожалению, тебя убьют. Да, да. Я думаю, что вы, смотря на этот скриншот, уже понимаете то, что будет дальше. Дальше у нас будет читер, который стреляет при помощи ножа. Стрелять ножом. Да, ребята, если вы читер, то для вас это ерунда. Ну что ж, давайте посмотрим. А, ну, как обычно. Сейчас идет разминка, а читер уже показывает свои возможности вовсю. Парень просто берет М9 Bayonet Dragon Glass и при помощи ФАМАСа или что это за оружие, даже не могу понять, убивает всю команду спецназа. Конечно же, братик, ты забыл один очень важный нюанс, то что твое ID, хоть оно и начинается на шестерку, но мы тоже забаним. 665-66-476. Какое красивое ID было. Ну что же, а прямо сейчас я вам расскажу, как же вы можете забанить читера. Есть два варианта. Первый вариант — просто отправить не в ВК. А вариант номер два, более надежный, это зайти в официальную группу стендоффа. Да, вот она, официальная группа стендоффа. И найти тут раздел «Жалобы». И в этом разделе «Жалобы» просто оставить вашу жалобу на читера и прикрепив к нему видео. И все, читер будет на банановых островах. Ну а если вы против читеров, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. В принципе, на этом все. Если у вас есть читеры, то присылайте мне их, а я их буду присылать разработчикам, и они будут получать бан. Всех люблю, всем удачи, всем пока.